Прошло уже немало времени с того момента, как мы с вами собирали наши первые развалюхи, и наконец-таки вышло обновление, и сегодня мы с вами будем собирать новую машину, новую развалюху в игрушке под названием Stigma Annihilation. С вами, как обычно, Кристалл, мы и начинаем! Если ты успеешь подписаться и поставить лайк за 5 секунд, то ты будешь спасен и не взорвешься вместе с этой микроволновкой. Поздравляю, у тебя получилось, а мы начинаем! Ну и подначалось на него посмотреть, то это какая-то получается машина будущего или что-то типа того, потому что выглядит она довольно-таки странно, но в то же время это довольно-таки круто, потому что реально она отличается, и очень много надо будет на нее делать апгрейдов. Как я посмотрю, по крайней мере один движок себе прокачать, потребуется весьма немало различных будет апгрейдов сделать. Ну а посмотрим, пофармим, поначалу поеду просто на стандарте, ничего менять ней не буду, но понятное дело, что она просто никакая, это потому что у нее никаких апгрейдов нет, поэтому мы будем с вами использовать наши прошлые машины пока что, чтобы нафармить денежек побольше. И, ребята, если вам понравится Stigma Annihilation, вы захочете видеть продолжение, то поддержите лайками. Если будет более 2000 лайков, то продолжу с вами проходить дальше. И когда появятся еще более новые машины, то обязательно все их посмотрим и вообще будем собирать все до самого конца. Поэтому лайком обязательно поддержи. Но тем временем пока что придется кататься на вот этой вот нашей ауди-развалюхе, скажем так, которая с бластерами, весьма неплохая, но нужно будет реально неплохую сумму нафармить, как минимум надо будет 1010 для какого-либо старта мне набрать, это получается должен буду 10 заходов сделать как минимум, чтобы я хоть что-то собрал из нашей следующей машины. Единственное, жалко, что все так же баги с физикой здесь не поправили, по-моему, даже наоборот они добавились, иногда машину может просто взять и выкинуть, также человечки здесь все еще за тобой летают, когда они слишком долго отправляются в космос. Ну что поделать. Ну и, в общем-то, заработал я 11 тысяч, получается, и теперь мы с вами можем все же какие-то базовые апгрейды поставить. Но сначала, понятное дело, вам потребуется движок хоть какой-то, также подвеска нам нужна будет, это, получается, у нас этот, как его, коробка передач, получается. Дальше это уже вроде как бензин у нас должен здесь храниться, а это у нас корпус сам по себе, и, как я понимаю, вот это у нас будет оружие. Хотя я уже пример представляю, походу, у нас будет какой-то спорткар, либо что-то типа того. Ну ладно, покупаем оружие, которое довольно-таки странно выглядит на самом деле, но даже не знаю. Так, ну колеса, короче говоря, по-любому покупаем. И оружие, наверное, я бы хотел его завершить, поэтому давайте сразу. О, вот это уже неплохо. Это мне уже нравится. Сначала хотел расстроиться, что какое-то очень странное оружие для новой тачки. А так, в целом, неплохо, да? Ну и давайте еще часть корпуса, наверное, добавим, потому что деньги у меня немного есть на это еще. Но детали корпуса потребуется прям реально много нам. Ну ладно, давайте посмотрим, что вообще из этого есть. Да, у нас есть автомобиль, на котором можно кататься. Это текст, а как пасхалка. Ну, на нем кататься, понятное дело, я не буду. Так, но проблема в том, что у меня бензин, правда, нифига нет, поэтому я не очень далеко смогу уехать на этом. Но потестить новое оружие — это всегда круто. Правда, конечно, могу и без бензина доехать. У меня есть вот такие вот товарищи-помощники, и, в принципе, они помогут меня дотолкать до финиша в основном, правда, и могут меня завалить, конечно же. Но я думаю, что какую-то часть времени мы с вами проедем, а, возможно, еще парочку чуваков смогу вот так вот зажарить и, в принципе, узнать, сколько денег я получил за заход. Например, на моей предыдущей тачке с пушками, получается, у нас там конкретно лазеры, они довольно неплохо дамажит. Здесь, ну, мало, да, понятное дело, ну, потому что я до конца даже не финишировал. Поэтому нужно по-любому покупать еще больше бензобака и после этого уже как-то более-менее тестить машину. Вообще, моя главная задача — это достроить ее хотя бы до конца, потому что хочется увидеть, какая будет машина в конце концов. Все же, я думаю, что вам тоже любопытно, как она будет выглядеть, если мы ее с вами до конца обвесим. А поэтому пока что будем зарабатывать деньги. Думаю, что мои основные апгрейды будут пока что относиться именно к визуальной части. Хочу ее доделать, а остальные так буду по мере немножко, наверное, покупать. Ну, хотя посмотрим, как пойдет уже. Может быть, там будут мои вкусы, предпочтения и тому подобное меняться. А пока что будем зарабатывать баблишко как можно больше. Ну, и Игорю на этой тачке у меня лучше всего получается, что у него все же пушки, которые довольно-таки неплохо пробивают чуваков. И можно получать реально за каждый заход косарь. Там косарь 200, 900 где-то примерно так прыгают деньги. Можно иногда вообще совсем ничего не получить. Но это в основном, когда машину багать начинает, и она начинает летать как-то непонятно. Вот типа такого вот на нее начинается. По идее, вроде как бы я мог бы ее выровнять, да, скажете вы, типа, я бы мог поставить себе управление и, ну, как я могу управлять вращениями машины влево-вправо, короче говоря, я бы ее спокойно мог менять, но проблема в том, что игра не очень хорошо воспринимает поворот вправо, зато офигеть как воспринимает поворот влево, поэтому я могу кувыркаться просто бэкфлипами постоянно. Ну ладно, короче, 1200 мы получили, нужно заработать будет еще. Ну и, в общем-то, заработал еще 10 тысяч, получается, и теперь мы с вами опять же докупим определенные детальки, но я так думаю, что все же бензобак, наверное, я качну, потому что мне бы хотелось пройти как-никак хотя бы какой-то... хотя бы первый уровень пройти на этой машине, все же бы мне хотелось, поэтому давайте возьмем этот апгрейд, а также возьмем себе все же еще броню дополнительную и еще также, понятное дело, двигатель на прокачку, потому что двигатель также визуально машина наша будет будущее менять. Ну и также возьмем себе еще дополнительную детальку в виде корпуса, и в конце
концов, нас надо бы либо еще корпус купить, либо еще апгрейдов. Я, наверное, возьму пока что, я думаю, что возьму с вами еще движка, потому что тема полезная и в любом случае нам будет нужна. Ну и давайте посмотрим, что у нас в конце концов получается из всего этого дела. Сейчас, надеюсь, хотя бы хоть как-то я смогу проехать. Правда, я вижу, что уже подвески не хватает, потому что я жопой практически трусь обо все это дело. Но окей, по крайней мере мы едем, вроде топлива должно будет хватить, чтобы доехать до финиша с такой скоростью, поэтому уже, в принципе, неплохой результат, как-никак. Но самое главное, это когда мы пройдем до самого конца, сколько много урона я нанесу, чтобы мы с вами заработали баблишко. Самое главное, конечно же, сколько денег мы за этот заход получим. Но вообще круто огнеметом всех уничтожать. По крайней мере, такого оружия не было. Это уже что-то новенькое, что-то интересное. Это не может не радовать. Так, ну 1100 получил. В принципе, неплохо. За счет того, что еще и уровень мы с вами быстренько прошли. Может быть, можно еще идеальнее заработать. Но это уже чутка попозже. В целом можно купить еще бензобака, думаю, и лучше, наверное, все же колеса было бы нам прикупить, потому что я бы тогда повыше все же держался, а не жопой бы терся. Ну ладно, давайте возьмем еще бензобак себе, как-никак, без него никуда. Поэтому погнали! Так, сейчас на бензобак теперь должно быть это все же получше, и, в принципе, теперь мне нужно будет заработать где-нибудь 1010, по идее, на колеса. Нифига себе, что за отрыв такой пошел, аж камера не успела. В общем, 1010 нам потребуется, по идее, на колеса новые, но хочется и корпус доделать, поэтому я, наверное, и чутка корпус качну, и все же чутка колеса прокачаю, не то чтобы до самого максимума. Если, ребята, захотите финальную прокачку вообще всей-всей-всей машины, то 2000 лайков набираем, и я обязательно машину всю эту доделаю. Мы с вами сделаем все по красоте, и полный апгрейд ее также будет. И вообще, когда будут выходить дальнейшие обновления по этой игрушке, обязательно их также заценим. И опять же набил 10 тысяч снова, и теперь можно снова доделать у нас апгрейдов, получается. Но, как я говорю, колеса по-любому мы с вами прокачаем, также у нас дальше пойдет все же остальная броня, хочется видеть машину уже в завершенном варианте, и немножко не хватает на то, чтобы докупить еще одну детальку, наверное, все же это будет дверь, а в конце концов даже не знаю, что у нас будет в конце, получается. Ладно, давайте посмотрим, а погнали, сейчас на вот этом чудо-развалюхе, в принципе, думаю, до финиша мы доедем, как-никак бак у нас более-менее прокачанный, прочность тоже должно хватить, скорость, ну, получше должна стать за счет того, что колеса немножко другие. А в целом, еще подвесочку, конечно, прокачать, но чтобы подвеску прокачать, надо как минимум 2 косаря. Это довольно-таки, блин, много. Казалось бы, вроде немного, но в то же время это очень много. Потому что есть много апгрейдов, которые мы сами должны также сами и купить, попробовать и все остальное. Так, ладно, докупаем детальку. Действительно, это оказалось дверь все же у нас. И практически финальный вариант у меня уже именно внешнего вида машины практически готов, что меня несомненно радует, но также надо докупить по-любому последнюю детальку за 4800, как-никак, чтоб мы сами уже видели финальную картину, что вообще из этого должно получиться, какая у нас будет машина и все в таком духе. Пока что визуально нам не очень даже нравится, последняя тачка, которая до этого была, получается, у нас тоже была неплохой, это такая Audi получается, по крайней мере, похожа на нее была. Это у нас, я не знаю, на что похоже, если вы знаете, что это за модель машины примерно, типа, с какой это все бралось, можете в комментариях написать, может вообще какая-нибудь отсылка окажется, но в общем-то, ну, нравится мне, короче говоря. Хочется увидеть, как она будет в финале выглядеть. Правда, сейчас она еще несовершенная, понятное дело. Также любопытно оценить эту машину еще на других картах. Здесь, правда, новых карт особо не добавилось, но есть карта с коробками, которая мне, правда, сейчас не куплена, потому что у меня весь прогресс вообще у игры потерялся. Я сейчас для того, чтобы вам этот ролик снять, я часа 3, наверное, проходил эту игру заново, набивал себе прогресс лишь. Все ради того, чтобы показать вам вот эту тачку, так что надеюсь, также это достойно лайка, но карты надо будет снова покупать, получается, с самого-самого нуля, и на них можно будет оценить как раз-таки, насколько хороша данная машина. Кстати говоря, как я заметил, у этой тачки, благодаря ее конкретно огнемету, более-менее стабильно можно получать косарь, потому что на той тачке, которая у меня до этого, там прыгает типа 800 можно заработать, либо 1200. Здесь вроде как более-менее стабильный косарь прилетает, хотя, возможно, мне так только кажется. И 6000 у меня, можно сказать, есть, значит, мы с вами покупаем последнюю детальку и видим уже финальный вариант. Серьезно, последняя деталька самая дорогая, это вот этот маленький кусочек, который закрывает просто у нас брешь в нашей броне, скажем так. И дальше остается только топливные баки, коробку передач, подвеску и двигатель. Понятное дело, что еще и колеса есть, и это не финальный вариант машины, потому что нужно будет зарабатывать еще, потому что двигатель также меняет машину, подвеска также меняет машину, и колеса, понятное дело, еще это не финальные, там дальше будут еще круче, поэтому обязательно
Ладно, мы их тоже сами посмотрим. Давайте пока что глянем, что у нас в целом получилось. Тачка выглядит неплохо. Единственное, что хотелось бы сюда все же в какую-нибудь фару или пушку, или что-то типа того, чтобы вот этого пустого пространства нету. Оно меня вот немножко, знаете, коробит, скажем так. Но в целом все равно круто, мне нравится. Крутая машина с огнеметом, шикардос. Хотелось бы, правда, какой-нибудь уже грузовик или танк, или что-то типа того. Но и в целом и так, конечно, неплохо. Мне такой вариант тоже устраивает. И тем более, что он делает хорошие деньги в основном. Правда, на этой карте всего врагов немного. По максимуму можно 1248 только и получить. Но если по сути подвесочки еще добавить, то должно быть немножко получше. Все же машина повыше приподнимется у нас, и проблем должно стать тем меньше с тем, что у нас как-то жопа трется, получается, о землю, и это нам не очень-то нужно. Заниженная нам такая тачка не особо нужна, это, скажем так, в другой игре какой-нибудь нам бы, может, пригодилось, но здесь нам это не нужно, нам, наоборот, нужно подниматься повыше. И, ребята, если вы хотите увидеть, как выглядит вообще финальный вариант машины, полноценная максимальная сборка, то поддержите лайками. Я говорю, 2 косаря набирается, то мы обязательно с вами проходим. Проходим до самого конца, нифига себе, 1400 заработал, что так много. Ну, в общем-то, проходим до самого конца и делаем вообще все варианты, все сборки. В общем, все по полной программе у нас будет готово. И также на всех картах ее протестим. Поэтому, если хочешь увидеть, что будет дальше, подержи лайками, обязательно я, конечно же, вам все это дело покажу. Так что 2 косаря равно продолжению. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ролики по самым разным играм. С вами был, как обычно, Кристалл. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока!